чтобы включить на фончик, когда 5 минут еще готовишься, типа к стриму рассылку делаешь. Я стюпид, я этого не могу сделать. Я стримлю на ВАЗде, все публикую. И в тележку сейчас еще. Так, все, я не понимаю, поток есть, вы тут? Симхай, не лагает? Блин, дайте ответ. Качество нормальное? А похуй. Зеленый свет, кайф. А я хотела, кстати, чтобы вы выбрали, может быть, какой-то другой поставить? Красный. Слишком темно, по-моему. И синий. Ладно, выбираем синий или зеленый или красный. Напишите. Всем привет. Блин, я уже такая стримерша. Напишите, какой вы хотите. Синий. Ну все. Определились. Не видно мой цвет волос, кстати, вообще. Зеленым было кайфовее, да? Давайте еще раз зеленый. Или синий. Слава Легиону, да, всем хай. Блять, мой модер в чате всегда приятно. Привет, Яша. Зеленый, синий. Бля, тут нет даже... А тут есть опросы? Ну, короче, похуй, зеленый. Бля, давайте синий еще посмотрим. Ой, это зеленый. Это зеленый? Почему он такой странный? По-моему, что-то изменилось. А, есть два зеленых. Вот этот и вот этот. Я нихуя не понимаю. Maybe этот оставить? Давайте теперь, ладно, бля, я заморочусь, напишу, чтобы картинка была охуевшая. А, вот этот maybe оставить, второй зеленый, да? Все, этот. Допизделись, фух, решили. Вот этот там, спасибо. Тоже неплохо, ну вы правы, да, вы правы. Короче, что сегодня делаем? Кто был на вчерашнем стриме? Киньте плюс. Важно, это важно. Кто был на вчерашнем стриме? Будто мертвая. Я мертва внутри. Плюс, ну были. Помните такого чела, как Денис? Я ему сейчас позвоню. Мне важное объявление. Я был на том позоре, блядь, я тоже. Короче, оказалось, что Денис — это тип, с которым я мутила в году 15-м или 16-м в интернете. В интернете, это важно. И это чел, который слил мои фотографии. Ну, там, не те сливы, которые, блядь, наверное, все видели. А, ну, типа, там наш локальный чат был, все такое, блядь. Прикиньте. И вот сейчас я ему позвоню. Сейчас. Наберем Дениса, да? Спросим, что за хуйня. Ой, привет, Денис. Привет, Тамара. А мы как раз о тебе говорили на стриме. Я слышал. Ты слышал? Это... Да. Я правильно поняла, ты тот Денис, да? Да.
Вот, как так получилось? Молодость, глупость. Ну ладно. Хочешь поиграть в Тривиадор? Тривиадор не работает. Работает, не обманывай. Его надо на телефон качать. Да, да, я тоже сегодня играла с планшета. Почему не позвала? Да я так, разминочная. Лучше видеочат-рулетку, помнишь? Да, помню. Классно было. Смешно было. Угарно. Денис, как ты мог, блядь, тебя в чате ненавидят, понимаешь? Показывай ногти, кто просит. Тебе нравится мой маник, Денис? Жим. Ну, такое. Денис, знаешь какие-то распальцовки? Нет. Тогда, может, в Доту пойдем? Или фильм посмотрим? Давай посмотрим. Знаешь что, помнишь, Шерлока мы смотрели? Я не помню, если честно. Это печально, Тамара. А сколько лет прошло? 7? 6. 6. Так. Любовь живет вечно. Тогда можно вообще что-то посмотреть, либо пойти в Доту, либо спросить у чата. Давай пусть чат решит. Ну ладно, чат решает. Чем занимаешься вообще, Денис? В данный момент болею, к несчастью. Чем? Болею тобой. Выздоравливай. Доту. Ты написал Доту. А кто тут попросил просто оффнуть с позором? Позора не было. Давай еще твоих подписчиков возьмем. А, давайте пойдем. Да. Ну, есть у меня друзья, которые играют. Сейчас я к ним загляну. Всем привет. Передайте привет. Привет, Тамар. Привет, Тамар. Пойдете в Доту? Да, а с кем пойти в Доту? С тобой? Ну да, со мной пойдете. Вспомнила про друзей, да? Да, 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 да. Было такое, да, дело. Про друзей вспомнила там раз в полгодика. Так пойдете, нет, что ты выпендриваешься? Да пойдем, давай! А можно я еще мальчика позову? Какого? Да там как? Старый знакомый. Как зовут? Дениска. А, Денис, да. Мутила с ним 6 лет назад, да? Ты че, стрим А что, думаешь, стрим твой никто не смотрит? Думаешь, что просто так выебываемся, что ты старых друзей забыла там? Да, да, да. Да, да. Че, я там стримлю? Да, 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 да. Так че, пойдете, нет? Да давай, давай. Че выебываешься? Забудь. Да я даже... Да, блядь, я даже пиво специально купил, блядь. С подпивасом, отлично. Да? А, да-да-да, в школе расскажешь. Я позову сюда Дениска, то есть. А где Серёжа? Да, да сейчас придет старый макароны, блядь, хавал, тарелку моет. Хозяйственный. Хозяйственный, блядь. Западло больше одной, блядь, тарелки мыть, сука. Старый, тебе нравится, как я выгляжу на стриме? Да, я знала, бля, что ты будешь смотреть. Маникюр говно. А, вот так. Алло. Я не мог соврать. Просто алло, это алло. Столько оскорблений было. А, алло, да, да. Ребят, вы на стриме без бан вордов. А ладно, бан вордов нет. Ну, типа, пидор, негр, вот это нельзя, наверное, говорить. Бля, я негр. Ты только что это сказал. Чем? Да, ты же только что сказала. Да. Ой, извиняюсь. Так... А вот это тоже нельзя? А вот это не, повтори, можно? Мне так понравилось. Я сейчас тебя на 200 выкручу, чтобы что-то слышал. Да, да. Ну, сейчас у меня еще много пива, если что. Здорово. Это тоже? Денис, поздоровайся, это мои друзья. Здравствуйте, ребята. Привет, Денис. Бля, старый, что ты... Тамара, что ты пиздишь с тобой, охуевуте? Можно материться? Короче, я в лодку гейнигер.
Все, I'm sorry. Мы будем стримить, да? А я даже не буду экран показывать. Ребята, а вы правда хотите на этом сервере оставаться? Потому что сейчас залетит Арсений, потому что Арсений сбайтится жестко. Может быть, Арсений кикнем с сервера время. А я уже даже не говорю про моего друга Рамаза Лизгистана. А давайте, ну пока никого не будем впускать. А как? А нельзя? А как ограничить впуск? Не знаю, это ж ваш канал. А если я сделаю, что этот канал будет твой? Давай, разбирайся, друголюб. Сима сбей пробухал. Кто, я? Да, да. Да, старичок. И ребята, иду туда, получается. Марана, позвони Куколду, он лучший. Кукол 322 пишет чат. Ладно, я короче... Который длинноволосый был вчера на стримчике. Которого задодосили еще. С камерой, который был, да? Да, тот такой чмо, такой душевый. Вы на стримы смотрите? Блядь, Тамара, ты что думаешь, мы просто так оскорбились, блядь, вот этим вот твоим вот... Вот это вот вспомнила про друзей, вот только когда в доту пошла, да? Я настоящий буль сейчас. Да, я даже блядский первый стрим смотрел, где какие-то двое... Нормальный стрим, что оскорбляешь, творца? Нормально, да? Не, вот Сереже понравилось. Бля, там в первый день вообще... Да ладно, и во второй, блядь, день, и в третий день, блядь, ёбаный дегенерат. Ты чего, обнаглел? Да я ебал, блядь. Ну там в первый день... Ну ты чем-то лучше. Ты то есть хочешь сказать, что сейчас чат будет у тебя в восторге, блядь, или чё? Мне вообще абсолютно похуй. Старый, ну да, чё? Да, в чате только хорошие вещи про тебя сейчас пишут. Я могу в целом показать хуй. Если нельзя. Мы знаем. Или это Ban World. Твой хуй это... Уважаемые ребята, так мы идём в доту, куда цифры кидать? Я захожу. У тебя есть цифры? Прости. У меня нет цифр. Нет, я нет цифр. Я только там. Просто вот мой друг Сергей, вот он, да, он в цифре. Нет у меня цифр. Вы пиздец. Денис, что такое молчаливый, тебя не смущает? Да, Денис, если мы тебя смущаем, ты не думай. Я в целом, ну до того, как Тамара сюда набрала, я говорил, что буду тебя оскорблять, если вдруг она подключится сюда. Почему? Ну, что? Чисто по приколу, потому что, ну, у меня реально чувства были задеты мои, романтические. Кто мне? А? Тамаре? Да. Я тебя понимаю. Нет, ты меня не понимаешь совершенно. Я тебе скажу, ну, что нет, не понимаешь совершенно. Вообще, да, не понимаешь. Ну, типа, тебя не скидывали ножки, чувак, как ему скидывали, например. Блять! Стик обломал. А потом дропали как чмо последнее. Не, меня постоянно дропают. Чего такое говорить? У меня даже надписи про тебя есть на стене. Пиздец. И там вообще-то наша договоренность сексуальная, если ты не понимаешь. Что за хрень? У меня даже шрам на руке с этого дня есть, так что... Блять, вот тут можно с позором офнуть, ладно. Слышь, Тамара, ты вчера офнула, почему? А чё у меня автономный режим? Мы пошли в дату без стрима. Да. Ну типа, вы не досмотрели Большого Лебовского, да? Мы на 12 минут его дропнули. Ну это, кстати, нормально, типа, такое дерьмо смотреть. Почему дерьмо? Зачем Владислава оскорбил сейчас? Ой, извиняюсь, ребят, но Большой Лебовский, это, конечно, полный кал. А что... Какой бы ты фильм посоветовал на стриме посмотреть? Фильм? Да. Не, в целом мой вкус тоже дерьмо, но, бля, Большой Лебовский, это же кал. Ну закидывайте пати, чё, где? Почему ты в офлайне? Я в невидимке всегда. Сейчас. Кто ещё зашёл? О, Олег. Что происходит вообще? Привет, Олег. Здорово, я, блядь, тут вообще заблудил в компьютере. Сейчас я кину пати. Ты на джангере был, да? Я, да. Не могу пати кинуть. Ты уже кидал меня. А, не могу дальше кинуть. Добавь меня в друзья. Давай. Ты можешь пати кинуть? Конечно. Серёжа, ты 1000 ебаная. Я знаю, я чмо. Да я грязь, я дичь, я лицемер, я тряпка. Старый, ты уверенная полторашка, уверенная полторашка. 1.50 м. Давайте посмотрим. Бля, Олег, не души в натуре.
Посмотрим потом что-нибудь. Мне надо 2 часа постримить. Ну и как вообще? Привет, привет. Привет. Привет, привет, привет. Я отправил тебе инвайт, прими. Не вижу. Закинь чувака инвайт или саджесли. Да, ребят, мы же стримим, мы же здесь деньги зарабатываем, вы чего? Давай, пока, брат. Я не могу тебя добавлять, у меня аккаунт. Ну, Том, ну типа ты, дай ты кинь пати. Дай мне хоть, все. Держи. Девочка кем работает, извини, прям меня, нахуй, тайской проституточкой, да? Всё, соседи пиво молча, чего из стрима делать какой-то? Да всё, всё, всё. Да, Стар, надо почили. Тамар, ты просто, ну, вот, зайдя сюда, ты просто, ну, сразу нам определилась, что мы должны включать какую-то вот эту актерскую игру. Какую актерскую? Разве у меня какая-то игра актёрская? Ну, вот, типа мы на... Прям контент на стриме. Да-да-да, типа мы на стрэме там всех, ну, поняли. А, в пизду, я просто попью пиво, поиграю в доту. Гуль Стар, получается. Да, ребята, на ком кто будет играть? Да неважно. Денис. Да. А сколько тебе лет? Мне 21, как и Тамаре. Она на полгода старше где-то. Я не знал, ну, неважно. А откуда ты? Из Киева. Угу. Здорово. Так. Все, понял, ладно. Скоро перееду в Ейск, а вы откуда, ребят? Ейск? Блин, Ейск, кстати, крутой город вообще. Ты там был? Да, я там был один раз, когда был маленьким-маленьким пиздюком. Я искупался там на море и уехал оттуда. Ты что, больше не возвращался? Не понравилось? Да не, в целом... А Денис хохол удаляем. Денис. Ну, я, кстати, не озвучил, кстати, что он хохол. Можешь что-нибудь на украинском бацнуть? Нет, не знаю язык. А Океан Эльзи, знаешь такую группу? Конечно. Я тебе кухаю. Вот это я... Не... Блять, ребят, я каким-то хуесосом в группу попал, блять. Меня забайтили. Старый, ты мудак. Я знаю, все, извиняюсь. Денис, а кто вчера был твой друг с нами на мяу? Да. Может, позовем его пятым? Я не сдамся без бою. Ну, можешь звать, типа, вообще похуй. Да, друзей не выбирают. Как его звали, Мел? Да. Привет, солнышко. Спасибо. Хорошего стрима. Мне 100 рублей задонатили. А вы сидите просто так, играете в эту доту, сосете пиво, мне за это сотку задонатили. Там могу тоже задонатить, но теперь передумал. То мы ходим на работу. Угу. Завтра на работу пойду денежку зарабатывать на завод. Здравствуйте. Денис, а что за рофл? Да, в Макдональдсе. Мужик. Уважаемая профессия, на самом деле. А что за рофл, кстати? Вчера сыграл ластовый, типа, на 5 ролей, мне не дали жетоны. Габен, как это так? Печально. Короче. Блядь. Пися, камушкин, падаль и падаль. Чем копать нашли? Там же мы 5-го хотели. Да можете добавить пятого. Бля, а что за уебаны кидают пати свои? Ну, ребята, реально. Это кто? Пятый чё наш? Вас ДЦП, да, наш пятый. Вас называют ДЦП. Похуй. Нас называют ДЦП? Да. Ребята, это же все образ для стрима, вы чего? Я написал цифры в чат, можете заносить. А почему у вас одинаковые? Какой чат? Да. А мы гули. Так все разговаривают. Дотеры гули. Они все одинаковые. Дотеры украинцы. Понял? Я русский. Не верю. Клянусь мамой. Нету тебе веры, хохол.
все? Вставлю поиск в натуре. А можно поиграть в доту? Пожалуйста. Одну игру, пожалуйста. Кто на каких ролях? Ну, я по рофлу. Латовые ребята. Почему так много челов, я не могу понять. Почему 6 челов? Почему 6 челов? То, что стоит. Объясняйте. А кто-то ю-ю зашло? Ю-ю? Кикните, мразь. Как в натуре, да? Кикните, мразь. Да что? Обманен. Кикаю, мразь. Бля, кто это сделал? Это я. Будь здоров. Спасибо. Извините, у меня просто аллергия. На хохлов? Да, да, да. Не на Твиче, потому что он в бане. Марана красотка. Блин, ну реально. Да, блядь. Марана в натуре красотка, блин. Они смешные. Насколько старые по внешности? Вот я до 10, вот как считаешь? Это ты у меня спрашиваешь? Ну да, да, да. Ну, слушай, после твоих мувов, вот после предыдущих двух стримов, я бы сбросил пару баллов, но не буду. Это сколько выйдет? Один? Ну смотри, ну, а при чем здесь последние стримы, подожди? Как-то ну потому что ты друзей внешне кинула нахуй через хуй. Вот мне вот это только не понравилось. Да не было, знаешь, такого. Ну это отражается на внешности. Да, Марана, будь моим мужем! Марана, Марана, любимая заячка, сон! Так, а тут что, надо еще баник? Они могут просто так же ходить? Да, да, типа, если одна ссылка есть, если чел, типа, по одной ссылке нашел, можно поменять чел. Поменять. Я просто подумала, онлайн-сервер на маленький, типа, похуй. А как это? Старый, сделай что-нибудь, я не умею, блядь. Да ну, падла, пусть заходит, какая разница. Вообще похуй, на самом деле, вообще поебать. Да. Блин, рослого чел верните. Кто его не кикал? Никто сам ушел. Он сам ушел. Пусть заходит, дальше говорит. Какая разница. Пусть заходит, вообще в чем проблема. А че на последних стримах был? Как я тебя дропнула? Как я дропнула? Не, ну смотри, нет. Я звонила Сереже, я ему звонила, я говорила, пойдет. Погоди, у меня вот эта информация мимо моих ушей прошла. Так ты же стрим смотрел, ты должен был видеть, я к Сережке заходила. Нет, я не смотрел весь стрим, я заходил на стрим, смотрел, видел свое отсутствие, меня это раздражало, я выключал. Ну то есть я боролся типа с собой и все такое, но стрима-то не было, ну... В смысле, ты звонила Серёже, да? Да, заходила в канал. А, да, старый, что там, тебе звонили, да? Да, Серёжа мне про девочку рассказывал. Я здесь один? Про какую девочку-то? Ну-ка, Тамар, про какую девочку? С которой он в Дайвинчике познакомился, по-моему. А, да, и в соседний город, наверное, он рассказывал, чтоб не поехал, да? Было такое? А как на работу опоздал за полтора часа? И что, писью ему дёргали, он в этот момент уснул, он тоже тебе рассказал. Какая ты тварь. С чего было такое, Серёжа? А, не было. Ну так катка долго ищется, типа, чё? Это из-за вас, блядь, пидоров, титанчиков, блядь, ёбаных. Я могу у Саши Маркина, кстати, попросить этот самый аккаунт зайти с LowPTS.ak. А ты с ним общаешься? Да, мне сегодня он что-то писал. Чё, реально? А меня он дропнул, он со мной не общается. А я ему сказал, заходи, мирись. Чё, правда? Да. Когда? Сегодня. Во сколько? Саша Маркин был прикольный. Сейчас скажу. Саша Маркин, пизда, ты чел. Бля, мне он очень нравился. А он ты с ним играл? Он всегда заходил и оскорблял тебя, когда я тебя подсасывал. Вот типа вот такая хуйня была. Мне очень нравилось. Типа независимый чувачок. Денис, а ты знаешь Сашу Маркина? Я помню. А это ебасас на солнышке, да? Нет, ты че, дурак? А ты с ебасасом не общаешься? Нет, конечно. Офигеть, потеряли петербуржца. Фу, не... Он тебя плохим словам научил, ты тогда материться из-за него начала. Ребят, ну я уже в туалет хочу, ну пиздец, смотри. Стримарь ушел в тупик, блядь, походу. Ты сколько баночек бахнул? Две полторашки. Блядь, из-за того, что не кидают инвайты, у нас поиск заново начинается, не понимаю. Нет. А кто опять залетит сейчас? Кто такой мистер Абвадир? Давайте посмотрим. А, блять, а что это за хуйня? Типа, этот канал будут... Это... Вам нужно просто зайти в приглашение, удалить ссылку приглашения, никто не будет заходить. Да.
давай, Денис, инструкция, куда заходить, давай, быстренько. Смотри, нажимаешь название сервера, настройки сервера, потом приглашение, и там будет приглашение, использование стекает, нажимаешь на крестик и удаляешь. Погоди, приглашение. Угу. Что дальше? Ссылку нажимаешь там на крестик. У меня нету тут никаких блядских ссылок. А что там за чел, слышишь, в чате пишет, что-то Макали и Доту собирается стримить, может в лобби зайдем? Против Макалея? Ну, типа 5. Да, у Макалея друзей нету. Где он наберет себе 4 человека еще? Ну как обоссать это в уважительном контексте? А, в уважительном контексте? Уважительно. А, все, да, уважаем, уважаем, понял. Старый, ты когда-нибудь на телку сал? Бля, к сожалению, нет. К сожалению? Ну да, но у меня у меня есть эротическая фантазия. Потому что ты пиво много пьешь, ты часто ходишь в туалет. И начал уже представлять, что ты делаешь девушке в рот. Да? В моих фантазиях была пока только ты, но... Чего? Фантазии где? О каких фантазиях мы сейчас говорим? Да, ладно, давайте закроем эту тему, я просто, ну... Не знаю, зачем мы это начинаем разбивать. Я думаю, никому это не интересно. Или вон, вот эти челы, которые пытаются в друзья добавить, вы же там ранги более-менее нормальные. Можете тоже турбо, в принципе, выдавливать, мы против друг друга попадемся. Попишите в чат, да. Да. Ой, только зрения, пусть не паузит, пожалуйста. Золотой пусть не паузит. Мы будем паузить. Похуй, пусть паузит, какая разница. У меня одного рейтинг больше, чем у бомжа с ником... Циркус. Это Циркус, это кто? Это с нами играет Циркус, да? Да, это я. Это хейтеры какие-то мои. Это твои друзья пишут, походу. Но у меня нет друзей. Повезло, да, надо тебе, категорию братанчик. На стриме поменять на Dota 2. Ну, да. А какая сейчас у тебя категория? Другие игры. С демка. Кажется, в Дискорде, блядь. Денис. Да. В начале стрима сказали, что ты слил какие-то фотографии Тамары по молодости. Да, было такое. Ура, ошибка молодости. А можешь мне сказать? Нет. Фотки? Ну, по-братски заебал. Нет. А если Тамара скажет, что можно? Все, не так не скажу никогда. Бля. Тарик, там вообще-то педофилия, если не ошибаюсь. Там же типа 15-летняя, ну, как бы в 2015-м сколько тебе было, 15? Ну, это ж не так плохо. Я за это посадил нахуй на бутылку. Ладно, ладно, все, все, меня такое не возбуждает. Блять, что за кого играть? Ну зачем ты зарандомил, чтобы Магнус и Кис пришли? Слушайте, для, ну... Сергей, ты со мной? А Циркус это... Нет, с тобой чел на ВК вроде. Циркус это Мяу. Мяу, а Мяу как? Нет, Циркус харду идет. Дима. Бля, я могу тройкой или четверкой. Димитрол. В принципе, мы можем отъебать. Да, мы с тобой отъебем всех. Ну не всех, но. А ты откуда? Я из с севера. Блять, с севера это откуда? Ну, из России. Ты мудак или что? Город-герой Мурманск. Ну вот, я с Мурманска, надо было так сказать. Нормально. Хорошо. Нормально. А, вижу. Ребят, ну пока игра начинается, человек отойдет, так сказать, пописать. Давай, держи в курсе. Сын, стой, пока непонятно, но мне сейчас помогает чел с разбаном. Блядь, а кого пикать? Что за хуйня, блядь? Почему вы не сказали, что у меня времени нет? 5 пост ТБ. Ты занималась вообще? Ты чат что ли читала? Я категорию меняла на Dota 2. Нихуя, хороший герой то. Спасибо. Че, въебали, да, есть смысл играть? Есть, есть, я буду саппортить. Я буду вам, короче, жизни перекачивать.